В Омске «Белые медведи» отметили юбилей Центра подготовки личного состава войск Национальной гвардии. Бойцов с 75-летием части поздравил командующим войсками в Сибирском федеральном округе Виктор Стригунов. Он наградил военнослужащих и ветеранов, уже вышедших на пенсию. Отмечу, что в Омском центре военнослужащие проходят подготовку по более чем десятку специальностей. Гвардейцы занимаются обеспечением порядка, борьбой с терроризмом, охраняют государственные объекты. В честь юбилея мечам также была показана техника, которая имеется у омского подразделения. Омское территориальное управление войск Национальной гвардии является одним из лучших в Сибирском округе и занимает ведущие места. Сегодня результаты Сибирского округа войск Росгвардии в целом по стране удовлетворены тем требованиям, которые нам выдвигает главнокомандующий.